пожаловать ко мне на канал на Дима Гри 123 Латвия. И сегодня на 84-м видеовыпуске мы будем обозревать очень хороший кухонный комбайн. Или миксер, но это не знаю, как называется, это точно по-научному, но мы будем открывать маме подарок и смотреть, что же там внутри. Это будет очень интересный и увлекательный обзор, так что присаживайтесь на свои сиденья и начинаем. Уникальную штуку под названием Scarlett. Это финская компания, которая занимается кухонными приборами. Она очень хорошая и очень распространенная. Вот. И что хочу сказать про эту кухонный комбайн. Я еще его не открывал, как бы, но мы сегодня с вами его и посмотрим. Итак, что же мы тут видим? А видим мы определенные вещи. И что же мы видим в переднем корпусе нашей коробки? А это определенные детали, которые положены в мешочки. Это очень компактно упакованы. И мы сегодня с вами их откроем и посмотрим, что же это такая за штука. В комплекте говорилось, что... Вот, как вы можете видеть, это сам блендер такой. Он очень такой компактный и очень помещается легко в любые кухонные места, шкафчики и другие, ну, места, полочки, шкафчики. Ну, куда можно положить блендер? Обычно это под стол кладется, под раковину, а иногда столик такой есть у хозяек. А так здесь нету, нет, вот как вы можете видеть, здесь нету ни лампочки. Вот, видите, только две кнопки, одна play, одна побыстрее, а другая помедленнее. Это и так понятно. Вот. Что мы видим в данном случае? Что у нас вот в данном случае есть очень хорошая такая рукоятка, как вы можете видеть, с очень компактными мягкими кнопками. То есть мы можем это даже сейчас протестировать. Нажав на эту кнопку, будет медленное прокручивание катушки. Вот. И он издает специальный такой специфический звук, который распространяется по всей квартире. Нажав вторую кнопку, мы делаем прокрутку катушки довольно быстрее. Прям как дрель у стоматолога. Не правда ли? О, видите как? Правда, даже можно мелодию какую-нибудь сочинить на этой штуке. О, это я показал, как он работает. А вот здесь вот как бы есть такое небольшое отверстие, но вам не видно, потому что само это устройство черного цвета, и из-за того, что дырка, она как бы тоже черного цвета, она самая черная, потому что там как бы внутри, между этой, ну, дыркой воздух. Поэтому дырку еще не видно. Еще вообще не видно. Точнее, я хотел сказать. Вот. А так, в принципе, хорошая рукоятка и удобная очень. Теперь давайте же с вами рассмотрим, что входит в комплект. Какие насадки, все остальные. Вот, как вы можете видеть, это вот для смешивания каких-то напитков или коктейлей. Вот видите, какой колпачок здесь. Как бы он предохраняет, чтобы... При смешивании какого-то вещества, эта смесь просто не разбрызгивалась по квартире, и это очень удобно сделано, потому что я очень люблю готовить вообще, и у меня были такие проблемы, когда при кулинарии, когда я делал кексы, у меня просто тесто вываливалось на всю комнату и пачкало всю кухню, вы представляете? Да вообще было ужасно смотреть. А также здесь вот такая черненькая насадка на это по стилю, чтобы подходило. А и также здесь есть такой вот венчик. У меня, я его не распечатывал на данный момент, но он, мне кажется, крутится, если его подключить, подсоединить к самой рукоятке. И вот такой вот смешивающий стаканчик. Здесь сюда можно наливать всякие смеси, жидкости, еду, перемешивать. Да, все что угодно практически. Да, и вот такой вот комплект у нас стоил 14 евро, это мы максимум купили, вот, он такой нормальный,
средней цены комплектик. И еще тут какая-то штука. Вот, как вы можете видеть, вот здесь. Смотрите. Но я ее никак как бы не могу достать. А, вот, это... Не знаю, что это такое даже. Ребят, я вам соврал насчет производителя. Дело в том, что у этой инструкции полностью машинки идет на русском языке в комплекте полностью. Значит, это или белорусская, или русское производство машинка. Вот, как вы можете видеть, инструкция будет полностью мощность написана. Яуда. Если по-латышски, если кто-нибудь из меня из латыша и смотрит. Ну, а так, в принципе, нормальный такой стаканчик. Для перемешивания тоже, наверное, сюда наливается что-то такое и перемешивается потом. Ну вот, короче, я весь комплект показал. Наконец-то мы с вами прощаемся, потому что наш выпуск в очередной раз подошел к концу. Но мы не будем грустить, потому что все-таки жизнь, она не кончается, она всегда идет вперед. И мы только идем, как спутники судьбы и надежды. Мы идем, не спотыкаясь к своим достижениям и к твоим целям. И это самое главное, что нужно знать. Нужно всегда идти вперед и никогда не останавливаться. Это нам так Бог сулит, чтобы мы как бы с вами как человечество развивались и были умными. И никогда не поддавались на соблазн. Я считаю, что я вполне прикольный влог сделал сегодня. Сегодня у меня мама как бы еще не на работе сейчас, и поэтому я могу спокойно себе ввести свой влог. Ну, спасибо большое за внимание. С вами был Дима Грядин, 23 Латвия. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до скорой встречи! С ля ви!